Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 12i. И сейчас я покажу вам, как войти, как добавить Google аккаунт на данном устройстве, как его удалить. Итак, открываем настройки, далее проходим в раздел «Пользователи аккаунты». Здесь нажимаем «Добавить аккаунт» и выбираем Google. Нажимаем «Войти». Далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем на галочку и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». И таким образом мы добавили Google аккаунт. Теперь, если вы захотите его удалить, нажимаем на него. И нажимаем вот сюда, на сам аккаунт, и нажимаем «Удалить». И нажимаем «Удалить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.